Температура воздуха в Шымкенте неумолимо ползет к нулевой отметке. Все надежды коммунальных служб на то, что после первых морозов в город вернется теплая погода, не оправдались. Шымкентцы мерзнут в холодных квартирах. Повезло пока только жителям многоэтажных домов на Нурсате, в микрорайоне Спортивный, населенном пункте на Хатынкопре и больнице для больных с нервными заболеваниями. С 19 октября батареи здесь станут горячими. В Турланской экспедиции есть собственная котельная. Сейчас там ведутся работы по подключению котла к газу. Всего в данном районе города подключены к центральной отопительной системе 48 многоэтажных домов. Один детский сад, одна школа и одна поликлиника. Работы будут завершены сегодня. На днях планируется запуск котельной в школе номер 54 в микрорайоне Энтымак. Тогда теплом будут обеспечены сразу и местная школа, и два детских сада. На сегодняшний день 169 отопительных котлов были подключены, и все объекты, подключенные к ним, уже получают тепло. Это 121 школа и детские сады, 36 медицинских учреждений, 3 спортшколы, 7 объектов, относящихся к отделу культуры, и 2 соцучреждения. Остальным горожанам, а это более 1000 многоквартирных домов, советуют обзавестись терпением и теплыми вещами. По крайней мере, до 25 октября точно. На лекарства больше уходит, поэтому уже пора отопление давать. Ну, пора, да. Обычно 15 октября задают. В этом году зима началась? Зима раньше начался. Модернизация теплотрассы в Шымкенте все еще продолжается, правда, с переменным успехом. Вот такую картину увидели корреспонденты телеканала ОТРАР. Непогода, по всей видимости, застала работников врасплох. Строители вместо того, чтобы работать днем и ночью в любую погоду, прячутся от непогоды в кабинах спецтехники.